Добрый день, друзья. Приветствую вас сегодня на Пионерском проспекте. И у нас такая заявка. Наталья Золотова. Добрый день. Снимите, пожалуйста, видео про парк-отель «Лазурный берег». Вы писали, что с квадрокоптера возможно. Сумма в знак благодарности. И еще напишите, сколько стоит фотосессия у вас. Ну, по фотосессии ВКонтакте я вам уже отписал, думаю. Если у кого-то тоже такие вопросы, пишите ВКонтакте. И так как тут заборы, да, вездесущие, мешающие всему нашему чему живому и мечтающему народу смотреть, что там происходит, то попробуем воспользоваться погодой. Сегодня есть небольшой ветер, но солнечно. Вот видите, как раздувает территорию. Раньше это был вообще детский пансионат. Теперь там часть территории продали под гостиницы. На проходе к Юнге, через Юнгу они там стоят все. И часть отеля, ну, как бы перестроили. Хотя там даже вижу за забором старые детские постройки, в которых они отдыхали дети. Там вот видите, вот деревянные.
Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Юрий Островский. Пока-пока.